Хотим мы этого или нет, но мы вынуждены сказать эпохе вещевого ожирения стоп. В связи с тем, что Zara, H&M, Bershka, Massimo Dutti закрыли свои двери для российского потребителя, эксперты предполагают два пути. Что сейчас многие начнут экономить и нести свои вещи в ремонт. И второй вариант – модники и модницы в погоне за трендами пойдут в ателье. Мы направляемся сейчас туда тоже, тем более, что у девчонок сегодня праздник – день бытового обслуживания. Мы посетили несколько швейных цехов Хабаровска и там подтвердили, спрос на пошив одежды за последние две недели увеличился. Заказывают весенние пальто и начали готовиться к лету. По направлению моды 80-е года, 90-е года, плечевой пояс объемный, ну, в цветовой гамме это горох и клетка. Зеленый, ярко-зеленый, синий, лавандовый. Все, что сейчас в тренде. Колористы института цвета Pantone каждый год задают тон. Оттенок 2022 года назван Very Perry. Это синтезированный цвет с цифровыми технологиями. Такой в природе не встречается. Хотя луговой цветок барвинок, может, видели у себя на дачах, очень близок к этому оттенку. Это ткань с рисунком Louis Vuitton. Там у нас гусиные лапки Dior. У нас частенько заказывают с такими вот рисунками. В основном женщины нестандартных фигур. Индивидуальный пошив обеспечивает идеальную посадку по фигуре. И потом, кто откажется от жакета, как у Шанель, только в 10 раз дешевле. Активнее, чем обычно, сейчас понесли вещи в ремонт. Конечно, в последнее время больше стали приносить вещей уже использованных, но очень любимых. Работники ателье заметили, что много старых заказчиков вернулось. Недавно обратилась клиентка со Швейцарии, мы шили свадебное платье в том году. Вот она хочет приехать, то есть она планирует приехать, заказать себе, покупает уже ткани, потому что там ткани тоже очень дорожают стремительно. Приезжала клиентка моя с Испании, тоже мы шили свадебное платье, она туда уехала. Удивительно, что заказы на ремонт одежды присылают бывшие дальневосточники из Москвы, Краснодара. Дорогой брендовый трикотаж, потому что не могут найти. Ну, понятно, Москва большая, конечно, там есть тоже специалисты, но найти своего очень сложно. Мужчины, в силу, видимо, особенностей строения, часто приносят подлатать штаны. В таких местах энны хорошо протирается. Распрощаться они с ними не могут, выкинуть им жалко. Конечно, жалко. Среди общей массы штанов из денима в среднем за 5-10 тысяч рублей попадаются и очень эксклюзивные вещи. Ну, и за, по-моему, 120 были, да, джинсы? Да. Конечно. Портнихи продлевают вещам жизнь, а в случае с денимом еще лет на 5. Сотрудники ателье отшивают не только одежду, но и предметы интерьера, декора. Некоторые из них вправе называть предметами роскоши, как эти меховые ковры. Был заказчик, да, и он заказывал прям в юрту, в большую. Очень большие с волка. Волка вообще размеры же большие, они крупные. И у нас около 3 метров был. 2,80. Ну, такой вот. Из белок, да? Ну, с белок это не мы шили, это другие шили. Мы шили с рыси, с бобров, барсуков. Несмотря на отсутствие уже привычного для нас изобилия магазинов, этой весной нам помогут остаться яркими и привлекательными наши старые добрые ателье и хендмейдеры.